моя красота! Дима, посмотрите, какая красота! Какая красота! Ну как можно такое? Это не просто мини-каска, это миниатюрный. Кто их каска? Девочка, мальчик, я вижу отсюда, мальчик. Светка есть. И ты красивый. И вы, малыши, красивые. Все должны быть здоровенькие. И все должны поехать домой. И такие вот дети красивые. Ну и так вообще. Песня. Я руки помыла только что. Не успела я снять эту красоту. А за ним приехали новые родители. Маленький мой. Красавчик. Ну что ж, удачи тебе в новой семье. Идем посмотрим, как тебя передадут в руки. Яшка, такой Яшка едет домой. Он очаровательный. Ой, очаровательный мальчик, ребенок. Как вас зовут? Меня Нелли зовут. Нелли. Это вот Виктор. Нелли теперь новая мама. Да. Новая мама Яшки. А как он по росту? Небольшой. Полки сколько будет? Ой, я думаю, что он вообще, он такой миниатюрный, что я не представляю. Так ему 4 месяца уже. Больше. Сколько? Ну я как зубы посмотри, по своему мнению говорю, 4 месяца. У него 4 месяца. Зубы фоли поминали, по-моему. Да. Январский, да? Январский. Я не знаю, я по своему мнению просто открывали, посмотрели. 4 месяца. Для 4 месяцев он крошечный. Просто. Он выглядит просто на полтора. Ну уже что вырастет, то вырастет. Ну, да. Нечего тут перебирать харчами.